Сегодня 21 января 2017 года. Игнатий Тихонович пошел кормить собачек. Сейчас они должны подойти, там у них режим. Вернее, там одна такая на кенгуру похожая. Я сразу посмотрел, думаю, кенгуру что ли появилась уже здесь, на Алтае? Всегда в это время подходит. Сейчас что-то нет. Вот по калиткам стучит. Или где-то кто-то прикормил еще заранее. А вот бежит, услышал. Это другая. Походу их здесь полно. А я видел одну, она такая рыжая-рыжая. Нет, рыжий, куда-то убежала. Может, попозже придет. Так, все одного выстучило, значит, тихо. Рыжий нет. Все не отдал, но потом отдаст. Не, все отдал. Котя. Так, а тут птички. Вот это для
пенсионеры. В общем, пенсионерам надо заниматься. Молиться, кормить птиц и собак. Так, плохо видно. Оператор какой. Это сало. Сало там. Сало жуланы любят. Жуланы. Это, наверное, хохлы, что ли? Любители сала. Вот. А там для воробушек.